зрители моего канала, с вами я, Варнайт, и мы начинаем прохождение Сталкер Зона Поражения 2. Ответный удар. Вторая часть трилогии, которая так называется. Так, я тут уже удалил, ладно, давайте начнем новую игру. 14 апреля 2006 года после вспышки на территории ЧС команды Дельта высаживается в зоне поражения для исследования причин взрыва, но на первый же день связь с ними обрывается, и штаб решает послать на их помощь команды Альфа и Бета. Также и в этом был послан разведчик по имени Стрелок. В ходе операции поиска Бета попадая в засаду, Альфа вообще бесследно исчезает. В ходе поисков Стрелок обнаруживает, что Дельта перебита на ЧС. Пробравшись в саркофаг, Стрелок встречает представителя осознания, который предлагает ему присоединиться к ним. Но солдат, почувствовав нападение... наладное... Экипаж Орел 15, говорит бармен, прием. Если есть выжившие, двигайтесь в бар. Связи с кашалот 1 нету. Повторяю, связи с кашалот 1 нету. Конец связи. Кашалот 1 какой-то. Ебаный рот. Радиация хлещет, ё-моё. Тут у меня бесшумный кольт, смотри. Я в Припяти, но помните, что произошло в прошлой части? Монолит, видимо, или кто-то еще. Ой, ёбаный рот, я это возьму, пожалуй. Радиация. Так. Ну, короче, нас подорвали. Блять, что лагает? Ну. Нам нужно протиснуться как-то, чтобы достать все вот трупы. И меня... Так. Неудачно мы, конечно, начали, ну ладно. Так, нам что-то как-то противиться с теми, нас кто-то видит. Это, конечно, вот эти, но думаю, они попадут сейчас. Вы слышите его сейчас? Ёп, бро! Дохнявший? Вы... Дадите мне нормально начать. Куда мне надо идти? Пробиться в бар. А, ну что? Это зомби, здравствуйте. Так. Такое. Это медуза такая. Не знаю, пока вам не буду ничего тратить, ну ладно. Пробираемся. Ёбаный рот. Я уже слышу, что их там немало. Ёбаный рот, здравствуйте. Целая очередь. Плюс ног. Может, мы от него бежим? Бля. Смотри, ты чувак, это, наверное, монолитовцы. Кто ж еще? Смотри, музыка из Resident Evil играет. Не можешь авторские права врубить. Уйди нахер. Смотри, какой сука. Подожди, пацан. Ну, ты... Пидор. Сдохнут. Какой он сдох тут, чё? Мне вообще оружие какое хорошее раздобыть. Может, у монолитовцев? Ты от меня отъебишься или нет? Не отстал? Нет, блядь. Наконец-то. Так, у меня очень мало патронов. Сами, хоть бы гидрошок. Опа, смотри. Зомби, кстати, могут убить. И плюс мне к этому, к оружке. Ладно, пробираемся в бар. Ёбаный рот, ёпты. Смотри, какой, а. Пидор. Да, ты можешь попасть, пожалуйста, по голове? А чё это у меня один? Из прошлой части. Просто было. Ладно, давайте пробираться скорее в бар. Просто жарко очень. Ох, ёб твою мать. Блин, тут
Их мерено, не мерено. Так. Карта есть, естественно. О, не-не-не-не-не. Ё-моё. Всё, у меня один патрон остался. И ножик. Всё, один патрон. А, мне ещё гранаты есть. Блять, как пробраться-то? Ладно, проберёмся сами. Так, вот как-то мы пробрались. Данным способом. Но... А куда мы идём? Да хер его знает. По сути, нам... Да. Ну, блядь, нам сюда не надо. Вот нам сюда надо. А там, да. Там эти, монолитовцы. И не только нахер. Да вы охреневшие вообще? Всё. Окружаемся. Охереть. У нас только кольт какой-то, и всё. А когда мы сохранились? Правильно. Правильно, нахер. Ладно. Бежим. Не тратим патроны. Бежим. Бежим, сломя голову. Да ебаный рода, отстаньте от меня или нет? Враг! Да в них не попасть вообще! Охренеть! Дайте какой-то код. Ебаный рот. Так. Зомби тут очень слишком много. Заебись. Их оставили тут. Еще плюс гаусник, и у меня кончается выносливость. Шикарно, шикарно. Мне так нравится просто. Сшибись. Сейчас мне лучше шмалять правильно. Чего ж еще надо шмалять? С гаус пушки. Так, нихера тут музыку добавили? Ни один вопрос. Так. Сейчас тут надо... Хотя у меня есть граната какая-то. Беги, ты можешь бежать? Да, блядь. Смотри, никого не убил. Главное, F1. Есть! Один убит. Нет патронов. Что-то есть. Да, блядь, да стой ты! Будешь стоять на месте или чё? Они ещё просто ещё через стену, блин, стреляют. Смотри, какие, а. Ладно, постараемся. У них главное ещё по... Да... Так, есть какая-то пушка. Ещё три сотни. Да убьёшь ты его или ничего? Ты... Да лечись ты! Чё ты не лечишься? Ты... Придурок, блядь. Что это будет там шмалять? Блядь! Так, есть что-то. Так, сохрани. Потихоньку обыскивай. Так, у нас там еще этот в хвосте будет. Бюро. Можешь просто музыку вырубить? Так, ладно. Смотри, какая лучше? То хуже. Удачи, капец, какая. Он, блядь, там сидит. Я лучше. Я его, блядь, слышу. Разведите это, выбросить. Так, это чё? Парабеллум. Охереть. Что-то там, но
еще вот это у нас есть. Так. Охереть, блядь, стрелок у нас военный, офигеть. Так. Что лучше, кстати? Ну, бесшумный кольт. Себе более точный. Тут удобно еще. Ну, не знаю, не знаю. Давай с UCP, может, побегаем. Пока не буду выбрасывать. Мало ли пригодится, может, можешь продать. Смотри-ка, радиацию дает. О, тут вылечиться можно. Я вот сейчас слышу Бюрера. Вот очень отчетливые его шажки. Там, кстати, кто-то сдох, видимо. Ладно, будем уже идти, нахера. Так, надеюсь, там никого не будет. Может, кстати, их обыскать. Ну, не знаю, мне тут уже вид. Видимо, это беру все-таки. Кто ж их мог убить-то? Грозко. Мы же мне какую-то нычку тут оставили, или чё? Так нахер эту музыку-то врубили, алё? Так, сейчас спускаемся вниз. Сколько мне больше патронов? Больше патронов смело. Так, ну блять, ну где этот проход-то? Вот никогда не любил этот детский сад. Просто. Как наверх-то пробраться, алё? Или может нет? С другой стороны, блядь, не помню уже. Ладно, идем. Так, нас кто-то видит. Нас рядом нужно бар быстрее. О, здравствуйте. Так, я правильно я буду? Вроде да. Здрасте. Алло. Матер Гади. Кстати, у нее это текстурка, которая дымовая. Херить, не стреляет. Ну, тупые совсем, что ли? Алло. Шикарно, меня заметили. Так. Хотя нет, по-моему, я кого-то убил. Все же. Замечательно. Тут еще один. Отлично. Так. Думаю, мы с ним справимся, с ножом. Тогда вот это подберем. Этого обыщем, этого тоже. Так, это будет получше. Думаю, вывести это тоже. Блять. Опа! Свобода! Вот это мне, кстати, уже нравится. Свобода, это хорошо. А, и тут еще кровосос, я слышу. Ладно. Бля, давай этому помогать. А, все. Ну... А, вот где контролер. У него еще тут напарник и кровосос оказывается. Ёба. Дай подбирай. Ты где? Слышь, говно.
где ты? Смотри. Всех завалили. Все были живы-здоровы. Че, ты контролируешь всех поклал, что ли? Ты где? Выясни, пожалуйста. Ты где? Главное, был рядом и... Тут где-то был. Исчез. Ладно, насрать, мы уже ему не поможем. Нам же двигаться в бар. Вот ты где. Чё хренел, что ли? Иди сюда. Ты... Их еще оказывается несколько. Такое... Чего? Охренеть можно. Охренеть. Ломаю. Сверлят. Слышь ты? Да ты охреневший, что ли? Что ты? Что ты? Была в небесах. Еще раз не кто-то... Так он не один, оказывается. Энергетика, все. О, смотри, еще какие-то люди. Минуем аналитиков, мы бежим. Как произошел? Ну, я... Опа, здрасте. Это вы мне, пацаны? Пацаны! Спасите! Пацаны! Ладно. Радар. Что же там у нас будет интересно ждать? Шикарно, ё-моё. Опа, тоже свобода? Надеюсь, что да. Это... Опа! Смотри-ка. Огородили проход. Прикрываю тебя! Это чего это они такого стреляют? Да... Да ё-моё! Ну, лидирует свобода, я так понял, да? Да. Смотри, это какие-то новые пушки, что ли? Ну-ка. А, нет, это Абакан. Не, ну-ка, дай-ка. Разрешитель, гранатомёт, прицел. А, не. Наоборот. У нас потери. А это вал, оказывается, в массе. Я, пожалуй, это оставлю. Это разрушу все, это выброшу. Ух ты.
ты, охренеть. Так. Так, пистолету, давай пистолету. Винтовки, давай. Давай тут всех обыщем. Делаем. Так, отлично. Какой лучше вал? Вот этот. Заряжаем. Так, разрядить. Это выбросить. Смотри, с Вальтера. Ладно. Разрядить. Выбросить. Ну вот. Так, а у них какие пушки тут? Сгишки подбираем. Это химера! Ты где? Да ты охреневший, слышишь? Так, у нее что-то будет? Нет. Ладно. Я еще кого-то там слышу. Налитовцы, ладно. Потом еще вертолет летает. Так, еще там какие-то люди. Так. О, шикарно. Кто там? Ты. Блин, мне нравится, как он стреляет. А чё они как на прогулке-то ходят? Если тут их напарников как бы расстреливают. Охренел? О, изломанная она. Слышь. Так. Отлично, подбираем. Вот. Ты покойник! Ну все, короче. Все, один остался. Поменим. Там еще куты. Ой, елка, ну ладно, буду играть. Монолиты тут пришли, кстати. Их тут в прошлой части не было. Да опять это... Нахрена музыку тут добавили, мне просто интересно. Ой, там еще кто-то... Валим. Бежим. Охренеть. Так, это мне уже не нравится, это бюр. Это признаки бюра, запомните. Или портал действия. Да... Охренеть, да ты вы охреневшие все. Вы дадите мне нормально в бар отправиться? Кстати, ну-ка, прицел ставится. Извините, прицел. Да, все шикарно. Надеюсь, больше без последствий. Очень мало. Потому что так мало. Все.
Я кого-то слышу. Чего? Нет? Так. О, нет. Там ложка Джокера уже. Слишком много патронов как-то. Ладно, что у тебя? О, у тебя это снайпер. Где он, кстати? Где у тебя снайпер? Я говорю, дай снайпер. Охренел? А вот он, кстати. Нам мне нафиг не нужно. Вот, это уже пригодится, хотя мне не нафиг. Так, вот это подбираем, вот это. О, еще какой-то чувак тут. Живой. Все будет мертвый. Ладно. Еще там какие-то люди были. Кто? Кто это? А, это зомби. Ну, зомби это хрен с ним. Это... О, там... Это уже... Уже первые сталкеры пришли. Именно перешли бар. Ладно. Слишком много. У меня слишком много патронов. Бля, это где? Столько хватит. Все. Стоп. Ага. Да, уж тут последствия, конечно. Да ёб... Да в смысле? Охренел, что ли? Зомби. Еще кто-то. И сталкер. Как много радиации, слышь? А, думаю, музыка отошла вот это вот. Слишком громко. Я. Так, ладно. Что у нас еще тут? Больше ничего. Побежали тогда. Встал. А, вот. Понятно, тут у нас, оказывается, сталкеры тупые. Понятно. Опа. Кто это? Привет. Пока. Ой. Да убери ты. Так, что тут у нас? Снайпер, да? Наверное, да. Прицепись. Куда я побежал-то? Да охренел ты, а? Вот так вот, все, пошли. Так, ладно. Ну все, тут тоже сталкеры появились. Бояться нечего. Охренеть, там сколько трупов. Так, ну это тоже так и был. Так, вот. Так, тут у нас АКС был. О, тут уже военные, смотри. Лейтенант всякие. Сталкер, к сожалению, стух. Просев. Так, тут должны быть аптечки, правильно? Тут патроны какие-то. Это 5.45-39 ББ. А, бронебойные, ну это хорошо. Чтось. Все.
Завтра дам. Ладно, почти у бара. Если тут есть сталкеры, значит, ну, естественно, на армейках они тоже есть. Ой, смотрите, текстурки. Охренеть можно. Так, там еще кровосос был. Нет, какой не кровосос? Ты где? А, ты сдох? А ничего не падает? Пока что не вижу я ничего. Так, уже тут свобода обосновалась. Там кого-то и они еще заметили. Так. Кто это? Не знаю. Ладно, ты что-то поговорить с ними? Пять. Ну-ка. Контакты. Монолит? А что-то монолит-то делает? А, типа, поэтому? По дефолту, что ли? Чё ты сидишь-то? Смотри, сидит такое, что-то ожидает. Все. Ладно, чё, а что с ним поговорить-то надо? Ты главный, ты главный. А, ты как раз придурка монолит отбиваться. Сейчас очередная волна пойдет. Каким последнего снайпера с нами? Можешь помочь? Подожди, два. Ладно, почему попробуем, нет? Просто там свободовался на радаре, они должны отбивать их, ну. Ладно. Вижу людей. Естественно, враг. Так. Нас стреляют? Херни стрелять. Люди есть, все есть тут. Бля. Так. Вниз, давай спускайся. Знаешь, не знаю. Короче, они на меня отвлекаются, вот. Да не, нихрена. Да ёпта, извините. Ты сволочь. Так, они на меня никак не реагируют. Ты вроде сдохлый. А вы нет. Да, блядь, иди сюда. Слышь? Меня видите? Свобода! Вперед! Пацаны, вы меня реагируете. Так. Охренеть тут. Тут бочки рядом взрываются. Это, конечно, не так уж и весело. Ну умрешь. Смотри, как он. Я у него шмаляю всю обойму, он не хочет умирать. Смотри, прут и прут. Так. Да хранили вы через эту пробивать? Просто поговорить, мы еще даже не. Так, вот, ну, отличка у меня так сильно. Да это побежал ты, дебил, он сейчас игра
сори, ну, нормально. Так, ну думаю, вот этот чувачочек остался у нас. Все, думаю. Надеюсь, они турбо не будут, а будут. Там еще кто-то остался. Хотя нет. Ладно. Сейчас потом поговорим, дайте только вот этих. Смотри, главное, у них патроны есть, они все равно стреляют с пистолетов. Тут небольшой баг. Или это так и должно быть? Ладно. Так, у меня перевес. Много еды, надо от нее избавляться. И все равно главное беру. Ладно. Потом сейчас поднабираем тут всяких. Надеюсь, ты никуда не уйдешь, чувак. Ну, с ним сразу поговорим, потом уже будем лутаться. Блин, мне нравится, как они, как оружие стреляют. Фибария, смысл защитить? Все, спасибо. Смысл защитить? Похоронили, что ли? Все, защитил. Ладно, там, наверное, вот эти. Может, к свободовцам пройдем? Опа, смотри какие, а. Смотри какие ходят там. На, ну, на этот случай у меня есть там? Нет, у меня ни хера нету. Ладно. А, смотри, они уже тут нормально так стоят. Нормально. По дефолту. Так, ну вроде они не умеют обыскивать. Это хорошо. Еще они до этого не додумались. О, смотри. Так. Слишком много хлеба. Ну как-то так. Ладно. Обыскали мы их тут вроде? Да не, какой еще? Тут куча трупов еще, куча. Так. Еще нет еще. Ладно, пойдемте уже наконец-таки к базе соб. Конечно. Так. Опа, 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 опа. Смотри, свободовцы убил. Тут два человека осталось. Вы охренели совсем, что ли? Смотри, его взяли и убили. Вот здесь стальные колечки. Нормально, ты, конечно. Так откуда? Эти. Ладно. Пойдем на этот квест и идем. Здесь ночевать мы этого завалим. Где больше патронов? Тут вроде больше ночевать. Смотри! Там этот псевдогигант по лестнице ходит. Здравствуйте. Так, кто это? А, это ты? Что-то там не хотел такой, да? Да, не знаю. Здорово, ты чё? И как я его убью? Их пошли. В смысле? Охренел? Беги. Смотри, сразу двоих, а? Вообще море. Куча. Море тучи. Так, ну вроде что-то справляюсь. Блин. Ну
все вроде. Отбились. Отбились, слава тебе, Господи. Давайте к ним заглянем, может там кто-то есть. А что-то меня подлагивает. А что ты подлагиваешь? Ну, лагай, пожалуйста. Ой, ёб твою мать. Что происходит? Потому что... Да, не из-за этого. Может быть. Может и нет. Нет, смотри, свобода есть. Опа. А что случилось? А кто сдох? Из-за чего? Блин. Это кто? Я не могу... вот нахрена его пере... Это... зомби. Это тварина? Тут, короче... Там кто-то есть? Да. Это он. Чтобы он мне экран не заливал. То это зомби? Ну, он... Что, с зомби обыкновенно не можешь справиться? Сюда он живучий. Остановись, а. Стоимость денег? А, ну, 1540 рублей. Ладно. Дай к нему чуть-чуть. Подойдем. Текстурка. Слышь, пёс! А ты псина. Да нахрена же, смотри, он удерживает. Любой ствол. А что такое жирный-то? Прямому переносным. Охренел? Или ты стоп? Нет. О, слава Господи. Спасибо, чувак, что помог. Ты где, кстати? Ты наверху, наверное. Ладно, пойдем у зомби валить. Тут какие-то зомбари еще. Так, рука. А что? А кто? Что? Это что сейчас? Ну ладно. А, крайне важная информация, все, терпера, пиздим его продолг. Тут же свобода. О, опять этот плакат. Тут зомби завалили. А что это мне за здание? Сейчас бордируется за ногами. Смотри, 36-й год все-таки, да. В общем, ни о чем. Тогда разбежаюсь, ага, время деньги. Пристрелил его порты. Ладно. Небольшая это рекламка какая-то, ну ладно. Тут не за рекламой, по сути, пришли, правильно? Правильно. Так, череп, тут холодильник. Вентилятор. Так, ну и что, тогда идем к этому. Бар. Подходи, пообщайся. Иди ты нахер. Так, у нас тут какие-то артефактики есть, можно их продать. Вот это можно продать. Да блин, прекратится музыка, меня это уже выбешивает. Тут еще. Ебать. Зик. Сик снайперский. Удобнее более. Я его, пожалуй, продам. А чё вы думали? Куда ты заряжаешь-то, придурок? Ну, продать... Ладно. Лагает жуть просто. Бля. Сучара. Тут его добавили. Ну, ёб твою мать, а. Ты где? Скотина. Все будем в акробатике играть, да? Ты меня не видел. Ой, меня он заметил.
Ты чем ты стреляешь там? Я не знаю. Это чё? Слышь, пёс, ты где? Говно, сам плачь. Так, бежим просто. Ну вот, сучар, ты не догнал меня. Пацаны, помоги, спрошу. Где, сука? Подбюреры мои враги, официально. Плюс еще, наверное, какой-то второй, наверное, вылетит, нет? Все. Берем ручку, если, конечно, у него есть, и идем в парк. Здорово. Смотри, какой сучар. Сучоныш, иди сюда. Так прикольненько стреляет, а? Ладно. Что это такое, да? Да, сори. Слышь, вон, да? Ты это, не бей своих... Вот, каких своих? Нет, он там. Помогу тебе. Все. Теперь ты с голой жопой. Так. Меня, блядь, еще кто-то видит. Ясненько. Нет, пацаны, надо лучше вот так вот зайти, обойти эту шелупонь. Правильно. Пацаны, вы же долг. Вы же долг, голговцы, ё-моё. Сорян, я на вас забыли, и всё. Там еще кого-то забыли на свободу, может быть. Не знаю. Кто за череп? Ты череп? Ладно, это не квестовый оригинал пришел смотреть, а уже мод. Смотри, тут у нас тайничочек. Чё в тайничке? Ну, конечно, это херово, но я правда, естественно. Я же не буду продавать. Блин. Опа, вот это мне уже нравится. Это что у меня было? А, это гидрошок. Почему нет? Почему бы и нет? Срин, кого вы там цели? Надо свободиться все-таки. Ладно. Не свободиться ему в роду тут. Это и так у меня. Ну, потому что их много, это ж логично. Слышь, говно собачье. Ладно. Ладно. Чего тебе завалить-то такого хорошего? Говно ты собачье, слышь? Сина, я сейчас шаурму сделаю. Вот ты беги, тварина. Сука. Ну, кабанчик там. Ладно, свободовцы. Бас, пушка. Продаем. Еще раз какой-то. Ладно. Мне опять не с чего вас валить. Все, псина, твою жопу спас, если, конечно, ты жива. Смотри. Ты на меня идешь, да? Сучоныш. Наконец-то, блядь. Еба там, блядь. Что там было сейчас? Здорово, бармен. Ебать, что с тобой, бармен? Что такой хмурый? Ой, наконец-то мы дошли до бара. Бегу перехожу, а там какая-то хуйня ходит. Ладно. Граната. О, ух ты, бля. Вот это мне повезло, джекпот, кстати.
Две ночные звезды, охереть. Здравствуйте. Долгошня. Да ебаный рот. Не, надо убрать. Тут полное динамическое освещение. Либо статику рубить, либо просто динамическое освещение. Все, бармен, я пришел. Дроп, бром, бром, прапор, во, прапор. Ебать. Блядь, Димон. Вот зверьё, ё-моё. И, блядь, ты сейчас будешь стоять? Да нет. Тихо. И без этой грёбаной музыки. Только чистая ты че? Ты чешская. О! Здорово! А чё говоришь? Странно. Я пробился. Тебе сюда нельзя. О, тоже говорит. Бармен. Чё это? О, здесь опять авторская музыка. Я уже подумал, что никто не выжил. Что слышно на АПК-шелот 1? А, да. Связи по-прежнему нет. Говорят, что создания послали свои силы на ликвидацию военных, расположенных у границ зоны. Я получил сообщение от Сахарова. Оль, Сахаров там. Его люди подобрали солдата. Он говорит, что на их базу напали, и он, собрав данные с севера, бросился в бега. Но его изрядно потрепали жмурики. Он отсиживается у ученых. Кроме тебя, берега озера Янтарь мало кто знает. Поэтому я хочу, чтобы ты добрался до лаборатории ученых, забрал у бойца флешку с информацией и принес мне. Нам обоим не безразлично. Я заберу флешку. Ну что, дружище? Ой. Как оно? Ладно, что? О, у тебя тоже стало есть. Как Спасибо. Меня угораздит? Смотри, уже гаусс-пушка у него. Правда, просто в прошлой части не было. Это что такое? Это сила такая, охереть. Кожаная куртка. Охереть. Ну она. 66 000. Как меня угораздит. Продаем вот это все дерьмо. 23 000. Что еще можно? Прикупить такого, чтобы. Ты что? Винчестера 1300. Охереть. Помповое ружье американского производства. Спас. Винторез. Эх, чё? А, еще вот это, кстати, продать. 30 000. Чёрт, у меня дёрт. Что можно купить-то? Смотри, КСУ-74. Опять. Так, это же, конечно, 50 000 мне не хватит. Тоже продам. Так, ну и что, у меня патронов нету? Да вообще, в принципе. Так, покупаем. Ты чё? А где у тебя пулемет? Ладно, не слишком рано на пулемет. О, давай. О, как много у тебя. Ты охренёшь, чё такие цены огромные? Так, если кто поможет. Что еще тебе можно купить? А вот эти патроны. Эх, чёрт. Ну как-то так. Это чё? Надеюсь, это не выброс. Смотри какой. Ля. Каролина. Это кто? Спартанцы. Чтобы это нужно, давай обращайся. Мы относимся. Прорвёмся. Знаешь, я вон сколько неба копчу. И я, и другая, и мои. Прорвёмся. Ну, по рукам. Что-то за милиция. Кто-то близадный информацию. Ты охренел? Сводка. Все, что мне известно, так, что то, что эта база была полностью разгромлена. Кто это сделал, как и почему, остается загадкой. Все, что мне помнишь. Эх, чё? Это охотник. Тебе сюда нельзя. Естественно, наш любимый Гарик. Ладно, давайте на это закончим. Всем спасибо за просмотр.
ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.